Сторонники шведского сотрудника ЕС, арестованного в Иране 2 года назад, вновь обратились с призывом о его освобождении. Швеция назвала произволом арест 33-летнего Йоханна Фладеруса, работавшего в Европейской службе внешних связей. We are dedicated to Johan's case. We are working closely with the Swedish authorities. We condemn Johan's imprisonment and demand his immediate release. We condemn the conditions of his imprisonment, and we demand he is treated according to his right. Флодерус был арестован в апреле 2022 года в аэропорту Тегерана, когда возвращался из отпуска с друзьями. В декабре информационное агентство иранской судебной системы сообщило, что его обвиняют в шпионаже в пользу Израиля и коррупции, преступлении, за которое в Иране предусмотрена смертная казнь. Семья Флодеруса отрицает эти обвинения, министр иностранных дел Швеции назвал их совершенно безосновательными и ложными. Отношения между Стокгольмом и Тегераном ухудшились после того, как в июле 2022 года шведский суд приговорил иранского гражданина к пожизненному заключению за убийство.